А4 на грудник! А4 на грудник в Майнкрафте! Всем привет, ребята! С вами снова я, Майнкрафтер Зидер, и сегодня мы будем крафтить А4 на грудник в Майнкрафте. Наверняка многие знают ютубера А4. Если вы о нем хотя бы раз слышали где-то или смотрите его, пишите в комментики плюс, я буду знать, что вы шарите за ютуб. Вот, но далеко не все знают о том, что у него есть свой собственный нагрудник в Майнкрафте, который сегодня мы с вами и будем крафтить. Слушайте меня внимательно и смотрите это видео до самого конца, чтобы узнать самые секретные крафты во всей игре Майнкрафт. Вот как-то так. Ну, и также, друзья, напоминаю вам о том, что этот крафт у нас получится, только если вы прямо сейчас поставите лайк на это видео и подпишитесь на канал. Это действительно очень важно для меня прямо сейчас, потому что без ваших лайков и ваших подписок у нас ничего не получится. Я недавно прибыл в вот такую деревень, уже успел здесь кузницу ограбить, и давайте я вам расскажу, что нам понадобится для создания А4 нагрудника. Так, это я кузницу порол, нам не нужно. Представляем, что вот эти 9 блоков, это у нас верста. Сюда мы должны с ним положить бедрок. Бедрок выживания может добыть либо банами, либо каких-то тяжелых крафтов, которые далеко не все знают. Но у меня он есть, так сказать, вытраковал. Также нам понадобится золотой блок. Это означает то, что сегодня мы с ним отправимся в шахту. И также нам понадобится красный блок ютуба. Блок подписки на канал. Как вы знаете, у А4 очень много подписчиков, поэтому нам и нужен вот такой вот блок. Да, он символизирует, можно сказать, всех ютуберов. И я также вам покажу, как мы его сможем скрафтить. Прямо сейчас давайте здесь немножечко домик оборудуем, да, грабим, он нам очень понадобится, нам нужно дерево. Ну и все остальное мы здесь застраиваем бумагой, да не самой обычной, а очень плотной бумагой, которая крафтится в 3 раза сложнее. Я здесь уже вижу тростничок, поэтому погнали его нам скорее добывать. Тростничок нам нужен прям в больших количествах. Так, 21 штука, не знаю, хватит или нет, но если у нас их будет, ну, допустим, около 30, то, я думаю, нам будет достаточно. Да, здесь такая большая ферма тростничка у нас была. Делаем нам с вами верстачок и делаем нам с вами плотную бумагу. Вот такую вот. Это далеко не самая обычная бумага, она в 3 раза плотнее. Из целых 9 тростника у нас получается всего лишь 3 штуки вот такой вот бумаги. Поэтому, я думаю, вы понимаете, насколько она редкая. Вот так вот. Но скрафтить ее может абсолютно любой человек, который посмотрит это видео. Так, добываем на верстачок, и дальше, что нам нужно сделать? Нам нужно скрафтить красный блок ютуба. Вы, наверное, уже его могли видеть в самом начале видоса, но сейчас вас мучает вопрос. Зидер, а каким образом я его могу скрафтить? Кстати, сегодня мы с вами заспавним визора. Вы можете заметить, у меня есть песок души, также черепа, визор, скелета. И мы с вами проверим, насколько крутой А4 нагрудник по сравнению с тем, получается, с обычными алмазами. Вот, у нас будет краш-тест, так сказать, нагрудника против целого визора. Самого опасного босса в Майнкрафте. Итак, для того, чтобы скрафтить красный блок ютуба, блок подписки на канал, нам понадобится вот такой вот светло-серый, либо же белый краситель. И также нам понадобится красный краситель, который мы можем добыть из цветочка под названием мак. Добываем прямо сейчас эти красители себе. Так, нам понадобится всего лишь 1 белый и 8 красителей красных в округе. Поэтому добавим себе сейчас как можно больше их, может даже еще больше добыть, а? Допустим, 1 блок у меня пойдет на крафт-нагрузку.